Офигеть, да, это не сон, наконец-то. У нас собраны два мотика, ёпта. И мы сейчас едем на Old Car Land Fest. Впервые в жизни мы решили выехать вдвоем на фест. От этого человека пригласили на Old Car Land Fest, в Киеве проходит выставка ретро-автомобилей, техники и тому подобное. Ну, а еду как для подстраховки, поснимать видосики всякие. Че, ребята, мы уже собрались. Мы уже готовы выезжать. Не сильно мне нравится эта затея. Я вообще в ахуе, у меня сердце выскакивает. Нам сейчас ехать в самый дальний путь. Этот мотоцикл еще столько не приехал, сколько нам ехать придется. Вот что хуйня. Да. Итак, мусье, мы проехали, отказал правый цилиндр. В чем проблема? Километра. Да, короче, свечка это. Но я тут пытался только что открутить и открутился вместе с этим. Вместе с втулочкой. Вон. Так что. Сейчас надо ключик на 19. Что, серьезно открутилось? Угу. Пиздосик. Ну что, мы приехали. Типичный днепровод. Вот. Нам ехать еще 35 километров, а мы тут сдохли на... Как собрать людей? Просто надо стать попить кофе. Работать будет. Держи. Короче, у нас проблема. Оказалось, что лишняя деталь на столе была не лишняя. Когда я выжимаю сцепление, она не до конца выжимается. И поэтому траблы. Сейчас решили подставить туда гаечку. Должно сработать. Но это не точно. Добрались. Ебать, копать.
маркетовой отель-техники. Год выпуска, ты шо? Так. 84-й год. Короче, мы уже на Old Carland Fest, Денчик что-то там устанавливает, какую-то дичь. Доехали почти без происшествий, пару было поломок. Ничего критичного, но поснимать ничего так и не удалось, потому что мы очень сильно спешили. Денчик, что ты скажешь? 5 часов сюда ехали. 5 часов? А да. Почему? Не знаю, Дэн, спросил своего сцепления. Ничего, зато все работает прекрасно, отлично и лучше, чем было 100 раз. Ну что, ребята, второй день феста. Первый день отличный. Это первый наш был совместный выезд на этих мотоциклах. То есть его первый выезд за 7 лет постройки мотоцикла. Ну, в Киев, так, на дальняк, 30 километров. А мой это был первый совместный выезд с ним. И первый тоже выезд после реставрации уже, после кастомизации этого мотоцикла. Хайоу, Дэнчик. Эйоу! Короче... Постоянно остывали, становились. На сегодня уже второй день, мы вчера приехали, очень сильно устали. Бросили мотоциклы там, замерзли и поехали на метро обратно. Самое хуевое, что уже 5 вечера. Я тут, короче, только что шел, думал, как увеличить обороты днепровского движка. И я придумал систему, как можно фривальв клапанов. Короче, есть такая компания, как CoinGage, что-то там, суперкары делает. И там у них, короче, есть система фривальв. Типа, а-ля свободный клапан, но суть в том, что там электромагнитный привод клапанов каждого отдельно, и электронный блок их берет. Я думаю, блядь, нахуй эти все распредвалы. Такое можно замостить кустарно. Кустарно как раз. И сделать видосик про то, как... Ну, просто нужно несколько катушек, неодимовые магниты, шток сделать, и контроллер, который... Ну, и еще типа датчик, который бы отслеживал положение клапана, и можно будет контроллером дергать электромагниты, дергать клапан. И это будет намного более скоростная система, чем все вот эти толкатели днепровские. Это круто, и на самом деле я очень жду, когда ты сделаешь уже электронную ручку. Я просто от этой идеи отказался, от электронной ручки, ну, почему? До этого отказался, потому что карбы еще были не настроены, и оно вообще ехало очень херово относительно. И, короче, я такой, блин, расстроился, нахер тут электронный дроссель, если оно вообще не едет в принципе и с ручным. А сейчас, когда мотик работает, отзывается на ручку газа, да, уже хочется. Ну что, ребята, мы уже на фесте, ёпта, заехали. Если чё, это мой термос, который я нашёл на балконе. Так, ну что, короче, Денчик тут съехал, поехал кататься по фесту. Проведу быстрый экскурс по мотику, что было сделано. Редуктор здесь 10-ка, коробка. Ну, с коробкой ничего такого интересного, обычно 4-ступка, задняя. Ну, то есть, все обычно, все стандарт, перебрал там, подшипники поменял, сальники. Так, дальше, карбюраторы К68У Китай,
400 гривен штука. Бак К750 разваренный. Так, дальше двигатель. По двигателю, когда заводился мотоцикл, у меня давление масла было на ноле. Причина была в том, что сильно большая выработка была на гитарке, там где коленвал, и там просто масло все просачивалось. В общем, это проточка под резиновые кольца в гитарке, плюс также поршневая новая Альмот под жигулевские кольца польские. Генератор пришлось купить новый, тоже стоковый, стандартный. Головы, клапана новые, тоже стандартные. Пружины поменял на жигулевские, прирезал и притер клапана. Больше ничего по двигателю вроде бы не делалось. А, делалось. Сцепление. Значит, сцепа в двигателе, новый маховик и новые диски сцепления. Выхлоп здесь стоковый. Просто обрезанный в этом месте где-то сантиметров 5. И получился такой урчащий прямоток. Все, ребята, третий день, приехали на Old Carland Fest. Стоят, ничего не украли, и мы нашли тут, короче, этот, даже противогаз кто-то бросил. Ну, будет, короче, этот сувенир. В общем, расскажи по своему мотику. Я вчера рассказал, ты расскажи по своему. На прошлом фесте у нас была сидушка на стяжках. Горбы без фильтров, выхлопа не было, не было электрики. Что еще не было? Ну да, электрики не было. Редуктор десятка? Да, десятка, но хочу поставить восьмерку. И надо еще распилить будут эти головки. Ну что такое, более коробка. Спортивный вариант. Коробка, стандарт, только 3-4 ускоренная. Двигатель, как и у меня, тоже поршня Альмот. Гитарка проточена под резиновые колечки. Клапана, что у тебя там за пружины стоят? Ну, с десятки. С десятки? Да, с десятки. Кстати, мы проехали 30 километров, а клапана даже мы не притирали, просто прирезали, но не притирали. И доехали, сделали больше зазоры и приклепается, короче. Денчик, что ты тут залип? Так ставь себе ее на мотик и погнали. И полетели. И полетели точно. Я подумал, самый запомнившийся мне момент фестиваля. Я помню, вообще в каком-то трансе был, ну, что-то такое происходило вокруг, мутное, ты какую-то монетку клепал. А я смотрел на вот этот привод лопастей на большом вертолете. Ну, не знаю, как вертолет называется, но там было 5 лопастей, и вот эта вот система, которая меняет угол наклона лопастей. И она была сварена аргоновой сваркой, и я думал, блин, если там овер дофига лет назад такое сделали, и, наверное, что же варили на стапеле, без ЧПУшек. Самый запоминающийся момент на фесте. Да. Дрешь это в конец. Все, всем удачи.